охранника поменяли. Угу. Погода и последующимся. Любовь. Говорю, Таша. Охранник-то вода. Да, их чок сегодня боятся. Пищи обмыть на рутону. Хоть пищи. Дор-дор. Обурдайте, я не могу с ним просьба подойти поближе, чтобы слышно было. Сегодня у нас в гостях депутаты и Башкан Ирина Федоровна. А можно было Илья Спановича тоже пригласить? Я не знаю, сейчас это мероприятие проводит все равно кандидат. Если бы Илья Спанович этого не построил, не было бы этого. Ага, бери, и как здание важно, да. Вы шляр больше начали сегодня делает это мероприятие Сергей Голосин. Пожалуйста, я ему предоставил слово. Да. Пока что здесь кто хочет выступать, пожалуйста, конечно. Все вы знаете, что я заручился с поддержкой партии социалистов, Республики Молдова. А самостоятельно слабо? Ирина Федоровна Лах приняла решение баллотироваться на пост примара села Джалтай. Наверное, у вас возникает вполне резонный вопрос. Какую пользу я смогу принести на этом посту? Уважаемые односельчане, наш населенный пункт имеет слабо развитую экономику. Тут практически отсутствует какая-либо производственная инфраструктура. В основном экономика нашего села сконцентрирована на сельском хозяйстве. Но я считаю, что несмотря на то, что сельская экономика развита довольно-таки слабо, у нас все же имеется достаточный потенциал для привлечения частных инвестиций в развитие местной экономики, в экономике нашего села. Моя программа нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие. И главные ценности, которые я преследую, это прежде всего благополучие нашего села, развитие. А значит и самих его жителей. За время своей деятельности у меня появился немалый опыт работы.